Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Вижу гада. Сейчас я его.
Thank you.
против наших пацанов поперли. Вань, тебе что, мое слово, это так, жопу подтереть? Хорошо, конечно, что рабы там сами плодились и жрать не просили, да? Ну так и надо было их собирать, пока не борзели. А теперь дождались, что они на повелителя огня лапу подняли. А раз так, все, всех в расход, я сказал. Всем отбой, барон сказал. Вот это сука! Вон он, сучара! Наших молят! Я эту суку прижал! Ты того, этого, бля, не шмаляй, короче. Хоть, бля, не шмальнул сразу. Может, еще вывернусь. Да не, бля, не должна. Ну если никакая сука крабы собак куда не надо не будет, на. Дай ключ на 16. А, щас.
тут был. Так где он? Сука, там оставил. Ну, я не пись тогда, раз накосячил. Все, бля, закончили тут! Закрывайте! Э, закрывай давай! Лады! Закрываю! Жара, бля! Понятное дело, этот падаль ворочается. А с нас потом спросят, чем я учим их плохо. Че, прикидываешь, профит реально хуже, чем в том году выйдет? Ща, мля, посмотрим. Тут, мля, за них все хорошо, если в тон 5 воды дадут. Хераси, сюда вернется, а у нас тут реально все назрело. Ну, мля, прикинь, реально, тут понтовая тема. Точняк, надо было с братовой двигать. Не, ну реально, была маза подняться, а тут такой облом. На, мля, засада. Какого, мля, хрена мы тут зависли? Ты чё, на парад, бля, собрался? Чё за парад, на? Горелый команду на полный стрём дал! Там залётные, на, какие-то на поезде, типа, или чё? А, ясно. Ну, сука, получай!